Всем привет, дорогие подписчики! Рад вас приветствовать на техноблоге. И сегодня у нас будет такой кратенький обзор вот на такую горелку. Кто-то ее, возможно, уже конструкцию видел, кто-то не видел. Хочу рассказать, хочу поделиться с вами мыслью об этой горелке, как она используется. Данная горелка, в отличие, вот, к примеру, от этой горелки, имеет больше КПД и больше отдачи пламени. То есть вот эту горелку можно использовать, к примеру, для обжатия термоусадок, для таких легких небольших задач, где не требуется сильное применение пламени. Вот эта же горелка дает хороший КПД пламени и большую энергию. За счет чего это достигается? Ну, во-первых, за счет вот такого большого сопла. Во-вторых, за счет отверстия, которое проделано как сбоку. Так вот, с этой стороны у нас есть. То есть у нас здесь заходит воздух, и тем самым формируется более усиленное пламя. Также специальная трубка, которая проходит внутри этого сопла. Здесь газ подогревается, тоже увеличивая поток пламени. В чем преимущество и удобность? Это то, что мы можем где-то надо разжечь под разными углами. Можно крутить хоть на 180, хоть под 45. И работает от такого баллончика. В народе его называют комариный баллончик. То есть здесь вставляется, вот так поворачивается, открывается газ, и тем самым вы начинаете что-то разжигать. Отлично подойдет для охотников, туристов. Также можно разжечь какие-нибудь камины. Так, вот мы подожгли. Чуть-чуть разжигаем ее, чтобы она чуть прогрелась. Печку, конечно, в бане кто-то топит слегка. То есть, если есть время, можно с маленьких там веточек и стружечек затапливать. Но когда времени нету, я разжигаю вот этой горелкой. Так. О, пошел процесс. Все, наклоняем и разжигаем. И стоит, что характерно, недорого. Тогда я покупал где-то в районе 500 рублей. За это время ничего не поплавилось, ничего не поплыло. Я был крайне удивлен. Хотя уже где-то она у меня больше 4 месяцев. Единственное, она почернела, но это ладно. Так, а вот самое, в чем прикол, это вот эта штука только стала летать. Вот недостаток. Приходится ее вставлять иногда. Здесь ничего не отвинчивал, и вам крайне не советую вот здесь что-то откручивать, потому что если нет каких-то знаний сборки и разборки вот таких устройств, то лучше сюда не лезть, потому что это все-таки газовое. То есть, если сломалось что-то, не работает, лучше купите новую, не рискуйте. А еще отсутствие автоподжига. Это единственный такой элемент. То есть, ну, если есть, к примеру, зажигалка, можете с легкостью зажигалкой разжечь. Да, вот в походе она, конечно, не помешала бы вот непосредственно вот этот автоподжиг. А в целом могу сказать, что это классное устройство за такие деньги. Ну, к сожалению, сейчас подорожали, то есть с курсом доллара. Я оставлю вам ссылочки. Тоже подобрал вот такие вот устройства, даже получше, по качеству не. Они будут в описании под видео. Заходите, смотрите, если кому станет интересно. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Еще будет много чего интересного. А всем пока, удачи, берегите себя.